Единственный выпускник, который получил золотую медаль в старейшем вузе в системе правоохранительных органов страны, Московской академии управления МВД, представитель Карачаева-Черкесии. Награду и красный диплом отличнику учебы подполковнику Аслану Семенову вручил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По возвращению из Москвы с Асланом Семеновым встретилась Шерифат Лепшокова. Цена золотой медали Аслана Семенова – 2 года упорной учебы без единой четверки и пересдачи. Он стал единственным обладателем почетной награды в выпуске Академии за этот год. Поздравляя на торжестве выпускников, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выразил надежду, что полученные ими знания с имеющимся опытом станут примером честного и преданного служения стране. Опыта Аслану Семенову не занимать. В правоохранительных органах он почти 20 лет. Окончив в 1997 году Усть-Жгутинскую школу с золотой медалью, он поступает в Волгоградскую академию МВД, которую через 4 года заканчивает с красным дипломом. Начинает работать следователем в городском управлении Черкесска, затем переводится в следственное управление МВД. А с 2006 года, вплоть до поступления в академию, Аслан Семенов служит в должности заместителя начальника отдела МВД по Прикубанскому району. Само решение поступить в академию, оно было предопределено сложившимися семейными традициями. Мой отец, он следователь, проработал в органах 35 лет. По его совету я был направлен в Академию управления. Прошел успешно вступительные испытания, был зачислен в состав Академии. И в Академии я прошел обучение с 2014 по 2016 год. В течение 2 лет Аслан Семенов углубленно изучал различные дисциплины, в том числе и иностранный язык. Он также является обладателем красного диплома Университета культуры, действующего при Академии МВД. В череде праздничных мероприятий по случаю окончания вуза подполковник Аслан Семенов в числе отличников был приглашен на торжественный прием к главе государства, на котором Владимир Путин обратился к собравшимся офицерам с напутствием. Те, в свою очередь, сказали о своей готовности защищать государство. Человек должен развиваться, он должен развиваться постоянно, целенаправленно. В Академии я получил эти знания, я получил довольно-таки широкий спектр разнородных знаний, которые касаются не только моей юридической специальности, но и касаются и управленческой, что немаловажно. Сегодня государство, да и в целом и средства массовой информации уделяют довольно-таки пристальное внимание правоохранительным органам. Поэтому Академия, готовя руководителей, она это и предвидит, что руководители на местах организуют работу своих подразделений таким образом, чтобы население, государство, оно было довольно сотрудниками. Нет сомнений, что полученные Асланом Семеновым знания и опыт службы позволят укрепить управленческое звено территориальных органов МВД и будут способствовать сохранению правопорядка в республике. Шерифат Лепшукова, Али Бустанов, Вести, Карачаево, Черкесия.